Вот. Ну, для меня было таким самым важным, наверное, то, что мы для детей ничего еще не использовали, никаких медикаментов. Нам никто не верит, как бы даже наши соседи никто не верит, да, что можно ничем не лечить детей, только прибором. Но на самом деле это так. Я когда подумаю, что можно еще чем-то лечить, мне аж страшно становится. Но Олег меня понимает, потому что он тоже 100% не знает, какие есть лекарства. Вот. Ну а вообще, ну это такой вот яркий пример, да, когда у меня такое иногда впечатление, что я живу с людьми в параллельной реальности. Реальность, ну реально параллельная, потому что я живу в своем мире, где там, говорят, там Кир, там туда-сюда. Какой Кир, ребята? Берете прибор, выставляете программы на Кир, все уже давно есть, все частоты давно проверены. Если даже не хотите заболеть, нафиг вам эта прививка? Ставите эту программу, и вы 100% не заболеете. Более того, в радиусе от вас 4 метра никто не заболеет. Так что ходите с прибором. Хотите там поставить какую-то другую там профилактическую программу, можно поставить на иммунитет, да, там активация защитных функций, стимуляция иммунитета. Тоже это, ну, в 100 раз лучше, чем, ну, все, что только может быть, да, потому что это поставил, иммунитет начинает подниматься, человек начинает себя чувствовать лучше, он сам борется с какими-то атаками там разных микроорганизмов.